после очень серьезной, конечно, три вот только что было человека. Спасибо вам большое за то, что вы приходите к нам целыми семьями. Это очень для нас важно, приятно. И вообще, мне кажется, что мы с вами делаем хорошее дело все вместе, потому что, это же большое счастье, что вот у этих прекрасных детенышей не будет вот этой такой легкой оскомины, которая есть еще у некоторых нас, нашего поколения, например, по поводу народных песен наших, по поводу своей культуры. А это, мне кажется, очень важно, потому что это действительно такая опора, на которую, собственно, нужно опираться. Именно в моменты, когда тяжело и сложно, вот, собственно, на нашу культуру-то и можно опереться, и на нашу землю. Следующая композиция, очень про любовь, максимально вообще, очень чувственная песня, и мы решили ее сделать поэтому в таком латино-ключе. Вот, песня про то, вот я уже говорила, что классно, если нашли половинку свою, и бывают же моменты, что думаешь, ну что вот я в ней нашел, зачем вообще, почему? Вот в эти моменты нужно вспоминать, как было прекрасно в начале вообще, за что влюбились и так далее, и держаться вообще корней. Ну так вот про это, собственно, песня, про то, что совершенно не важно, сколько седых волос, а любить хочется всегда. Розы. И не спасибо. Уже не тянет, да и красивый смог.